You ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Как мне это развидеть? Оу, щет. Не поставил лайк под этим видео, превратился в чебурек. Ладно, ладно, не сегодня. Я рад вас приветствовать на новой части «Засмеялся, задонатил». В сегодняшнем ролике я буду донатить подписчикам по 5000 рублей, если они смогут меня рассмешить. Нажми на красную кнопку «Подписаться» под этим видео, и тогда этот динозавр уйдет из моей комнаты. Итак, первое видео. Это Нубасик. О май гад, что происходит? На него бегут какие-то голые человечки. Плыви, Нубасик! Он стартанул на своей ламбе! Кто это такие? О май! Вот это фонг! Сколько их? Окей, кажется, Нубасику сейчас удастся смыться. Это какие-то нелегальные гонки в Майнкрафте. Продолжение следует. Серьезно, она опять зависла. Ладно, давайте подождем, пока отвиснет. Ждем. Поиграю-ка я в Thanks a Lot, пока она отвиснет. Ты сказал Thanks a Lot? Воу! Да! А ты что тут делаешь? Thanks a Lot, это ведь нереально динамичный и увлекательный PvP-экшен. Зачем ты мне это? Где вы сражаетесь, используя танки 3 на 3. В игре есть целых 5 различных режимов, среди которых как и классический бой на выживание, так и батл рояль с футболом. Да, здесь вам не дадут заскучать. А знаете, что еще не даст вам заскучать? Различные сезоны и регулярные события. Здесь для вас уже приготовили прохождение этапов премиум пас, битву с эпичным драконом, а также уничтожение инопланетных сил. И эти события частенько обновляются, так что обязательно зацени. Но для начала не забудь создать танк своей мечты. Для него здесь есть детали на любой вкус: пушки ближнего боя, стихийные пушки, лазеры, различные основы с уникальными характерами и многое другое. Комбинируй эти детали для создания твоего личного монстра по уничтожению танков. И я чуть не забыл про скины. Ты можешь использовать крутейшие бонусы, чтобы добавить танку дополнительные возможности. Ну и когда ты наконец будешь готов к бою, ты сможешь позвать друзей или вовсе вступить в клан. Нет, ну в одиночку тоже можно, конечно, но ведь троллить друзей куда интереснее. Так чего же ты ждешь? Собирай свой уникальный танк, который соответствует твоему стилю игры, и отправляйся в бой. Тыкай на ссылку в описании прямо сейчас и не забудь про наш промокод, который даст тебе бонусы для старта игры, среди которых крутая пушка Массинка, редкое шасси Ховеркрафт и много чего еще. Ну что ж, надеюсь, ты уже скачал игру, потому что я буду ждать тебя в битве. Интересно, что с ним стало дальше? Его поймали эти лысые человечки и тоже сделали его лысым? Ну что ж, это было интересно, но я не рассмеялся. А значит, я не потерял 5000 рублей. Фу, спасибо. Так, кажется, это мистер Анонимус. Всем привет, сегодня я буду вызывать Веробрина. Так, поехали. У меня вот тут есть такая вот построечка. Но это же баян. Херобрин, приди, херобрин, приди. Кидает алмаз в огонь. Херобрин, приди. Херобрин. Херобрина пока нигде не набрит. Ловушка. Ну что ж, это была ловушка Джокера. Или Жопера. Не смешно. Не смешно. Можно что-нибудь посмешнее, пожалуйста? Я чё, зря сегодня надевал эту шляпу? Жили-были, нету, жили четверо друзей. Кузьмича убить решили трое братовей. Крест принес Иван Иваныч, гроб принес Иван Степаныч. Я мурыл Иван Фомич, вся закопал Иван Кузьмич. Ну что ж, это просто прикольная интерпретация в Майнкрафте. Мне такое не очень нравится. Опа, мясо. Он украл его мясо! Он его сейчас съест! Он убегает! Это воровство! Это самое настоящее воровство, вы видели? Он собирался подбежать к мясу, и тот резко выскочил и забрал его. О май гад, мне обидно.
и мне жалко этого чувака. Берем измерение Майнкрафта. Оно будет переноситься в реальную жизнь, только когда х будет значение 10. Да. Измерение Майнкрафта будет перенесено в реальную жизнь, если х будет равно 10. Я все понял. Окей. У тебя сейчас 95 хп. 95 мы делим на... 10. 9. Почему 9? Если поделить на 10, мы получим с вами 9,5. 9,5. Убираем с вами точку, это 95. Мы с вами попадаем в замкнутый круг. А круг это что? Это черная дыра. Черная дыра это портал в параллельную вселенную. Мы с вами раскрыли существование гномов. Вау! Сколько это будет? Ебаная физика. Ладно. Походу, это правда. Блин, что за хуйня, оно не сходится. А если я возьму 100, поделю на 10, это будет 10. Очень сложно сдержаться. Очень сложно сдержаться. Я на последнем пытался сдержаться, но это вот тупое лицо, оно меня рассмешило. Ну как от этого можно не заржать? Это что? Это что вообще такое? Это есть Стив, а это Сиф. Сиф это его брат-дурачок. Окей! 1-0 в пользу подписчиков. 5000 рублей получает подписчик, который отправил это видео. 5000 рублей, они улетают. Нет! Я думал, это будет скример. Стоп, SCP танцует под Воронинов? Наверное, я за это получу желтую монету. YouTube, пожалуйста, не надо. Сука, ты охуел, какой ты булыжник? Это, сука, мрамор итальянский. Пошел ты, не ценитель ты искусства, пошел в жопу. Вот так обычно меня выгоняют из музея. Я прихожу и такой, а, интересная картина. А дальше... Это, сука, мрамор итальянский. Пошел ты, не ценитель ты искусства, пошел в жопу. Да, мне придется здесь много чего задельфинивать. Важный момент. Призыв иссушителя. Визор создан. Так, пчелы. Пчелы против иссушителя, серьезно? А, нет! Он убил пчел. За что? О, нифига себе армия пчел! И кажется, они здесь все злые. О, щищ. Это же просто гениально. Просто гениально. Они сейчас его просто заклюют? Нет, стоп. Сейчас они его зажали, точно. Так. Злые пчелы летят к визору. Сколько их там? Их тут несколько тысяч, что ли? Сможет ли он справиться против пчел? Они оттуда просто бесконечно вылетают. Так, все. Пошла война! Ребята, теперь вы знаете, как можно легко победить иссушителя. Собрать огромную армию пчел. Да подальше все пошло. Поболело и прошло. Поболело и прошло. Видос называется «Коровка». У коровы нет других забот. Ест траву и молоко дает. Но это ролики из разряда «Человек просто подставляет звук под видеоряд из Майнкрафта». Ну, не знаю. Ломай, ломай. Ломай, ломай, ломай. Ломай, ломай, ломай. Ломай, 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 ломай. Мы же терпеливы. Еще подождем. Да, можно ломать, 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 еще раз ломать. Активированный уголь. Что ж, именно так я его себе и представлял. Активированный уголь в Майнкрафте. Не, ну а что, редстоун факел здесь есть, репитер здесь есть, уголь есть, активированный уголь. Если ты так не делал, то у тебя не было детства. Что за ностальгия? Учитель выходит из класса на 5 минут, весь класс. Ну, ребят, это же жиза, да? Как только учитель сваливает, какой-нибудь чувак просто выезжает на тачке и начинает под фон дрифтить. А, Майнкрафт Крипер Кранч. Что ж, это взрывной завтрак. Ну, вырвалось, случайно вырвалось! Что ж, я хочу еще раз посмотреть на этот хлопок Крипер Хлопьев. Вы посмотрите на его лицо. Он как будто взрывные хлопья ест. А, да. Это же действительно так. Ставь лайк, если это твое лицо. Учитель, почему ты смеешься? Я. Ничего, извините. Мой мозг. Криндук. Ну что ж, от этого можно засмеяться. Мне кажется, или это опять шахтерский гном? Так. Что это за приманка такая? Гномом? Или за этим чувачком? Время отрезать сосисочки. Нет! Только не отрезание сосисочек! О, он его спас.
Фух. Хамуд хабиби, хамуд, хамуд хабиби. Фух. Алмаз? Оу! Ничего себе! Все, больше не теряй алмазы. Гном! Гном сгорел! Нет! О! Маршмеллоу? Что за? Что за? Что за? Что за? Нет! Я не мог от этого засмеяться, но я засмеялся. Причем здесь маршмеллоу? Казалось бы, 3-0 в пользу подписчиков. Еще минус 5000 рублей. Ух ты. Ничего себе. Что это за смех такой? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Беги! Нажимай на кнопку. Ну что ж, никто не будет голосовать за красного. По-любому его кикнут с корабля. Красный окажется импостером, которому все поверили. Красный всегда импостер. Так, спасают голема. Потом он вырастет и станет его охранять. Воу! Алмазники! Нет, только не это! У него осталось полсердечка. Мистер Кактус! Мистер Фермер! А это его братки! Братки Железного Голема! А, они испугались. И тут Дрим прибежал. Еще и захилил его. Что за фильмы в Майнкрафте стали делать? О май гад, я как будто посмотрел новую часть Форсажа. Оу, что это? Топорик. А это дерево. Так, какая-то дырка. Падает вниз. Коридор. Нет! Это логово Шрека. О, блинский! Ребят, ну, это реально было случайно. Я просто люблю Шрека. Я не ожидал этого увидеть здесь. Блинский, а? У меня аж мурашки по спине прошли от этой картинки. Камон! 4-0! Все, так больше нельзя! Я не могу больше смеяться над такими мемами! Ребята, я буду держаться до последнего! Так, обсидиан. Нет! Он взорвал алмазы. Оу, чувак улетел вниз. Затопил весь редстоун. Это вот самое бесячее в Майнкрафте. Но это, ребятки, попробуй не взбеситься челлендж. А, чешуйницы. Песик сгорел в лаве. Оу, залагал Майн. Тысячи фантомов. Нужно было всего лишь поспать. Пинг! Не подключится. Ай-яй-яй! У меня скорее зубы скрипят от этого видоса. О май! Я не могу на это смотреть! Остановите кто-нибудь этот ад, пожалуйста! Мне нужно просто выдохнуть. О май гад! Ребят, у кого сейчас пошли мурашки, аж зубы заскрипели? Напишите в комменты. Лол! А! Не может допрыгнуть. А, перестроился немного. Обсидиан потратил. Это максимально неприятно. Он просто взорвался в пирамиде. ФПС! Потратил все косточки. Откуда ведьме взяться в шахте? Никогда этого не понимал. Вот это у него лицо, вы посмотрите на этого мистера Бебра! Ну что ж, да, это действительно мой любимый Майнкрафт, который я помню. Чувак ломает портал? Портал в ад? Он добывает портальные блоки? Такой есть в Майнкрафте? Хм, я этого никогда не видел. Может быть, это какой-то айтем только для админов? Так, окей. Он из этого сейчас, наверное, сделает телепорт. Портал в ад. Раз, два, три. Так. Что он делает, я не понимаю. What? What? Я только это сказал. Они читают мои мысли. Greatest mind thinking alike. Когда друг выкинул свою кирку. Опять лавовый человек. О, его мартышка бьет палкой. Оу май! Зачем я это сказал вслух? Фух.
Я чуть от этого не засмеялся. Черт, действительно сложно. Это какой-то супер-хард левел, супер-хард выпуск. О, мистер гномик. Помоги, дай мне ведро с лавой. Выливай сюда. Оу, заспавнил лаву человека, который спас его. Водяной человек. Они дали ему награду. Что должно было меня рассмешить? Объясните мне, пожалуйста. Что, чувак смотрит ТикТок? Иди сюда. Подпишись. Ну, это была какая-то реклама ТикТока. Кстати, подписывайтесь на мой ТикТок. Я туда видос недавно выгрузил. Ссылка в описании. Подруга, я вижу пони. Девушка, я вижу осьминога. Что вижу я? Оу май. Я использую весь деревянный топор, а не выкидываю его после трех использований. Так же я. Моя мама его вырастила джентльмен. Чувак просто комментирует мемы. Мы с ним похожи. Когда попросил друга нуба сделать голема. А что с ним не так? Почему он ползает? Почему он бегает как собака? Открывайся, сезон! А я это уже видел! Моя любимая фраза! Когда зашел в Майнкрафт после обновы? Эй, что за хуй? Че ты здесь, чем балуешься, кальян? Как-то у меня... Что это за хуйня? Здесь ягоды дерутся, блядь! Ягоды дерутся. Ага. То, что тоже подметил, что я верно подметил. Ебануться тут, слышишь? Тут гемы из Бравл Старса. Гемы из Бравл Старса. Что ж, это действительно очень сильно. За сердечко хватает. Он его мотыгой атакует. Да, мне придется все это запикивать, чуваки. Вообще все. Как быстро пересечь лавовое озеро? Интересно. Для этого вам потребуется... It's all useless. Выкинуть это все. I have an idea. Добыть камня, железо, алмазы. Выкопать обсидиан. Построить портал в ад. Телепортироваться к эфритам. Убить эндер-дракона. Телепортироваться во второй эндер-мир. А, все, он взял элитры. Серьезно? И сгорел. Не повезло, так не повезло. Приходит Чебурашка в магазин и говорит: у вас пепесины есть? Не пепесины, а апельсины. Говори правильно. На следующий день Пепесины это, наверное, как... А я не буду вам показывать. Чебурашка снова приходит в магазин и спрашивает: у вас пепесины есть? А продавец говорит: если ты еще раз скажешь пепесины, я тебя за уши к прилавку прибью. На третий день Прибить Чебурашку? За уши к прилавку. Звучит как целая рифма. Эту строчку написал поэт. Урашка приходит и спрашивает: у вас гвозди и молоток есть? Нету. А пепесины есть? Чуть не засмеялся. Ладно, давайте я вам напоследок покажу какой-нибудь супер смешной мем. Как мне это развидеть? Оу, щеч. Ну что ж, ребята, на этом мой ролик подходит к концу. Напишите в комментариях тайм-код, где вы засмеялись, где вы улыбнулись. Ну а также поставьте лайк обязательно под этим видео. Сегодня я опять проиграл. Я доначу своим подписчикам за то, что они просто могут меня рассмешить. Где вы такое видели на ютюбе? Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующих видео. С вами был Пози. Всем адьяс.